ребят, да сколько можно? Опять доброе утро, опять дождь идет. Мишка, иди. Да-да, ничего не меняется. У нас доброе утро, у нас опять дождь. Капец, мы рыбу-то будем ловить, нет? Он такой, знаете, там налетит 5 секунд. Минуту 5, может, минут польет, потом хоп, тишина. Потом опять минуту 5 польет, опять тишина. Какой-то плешивый дождь. Либо уже шел, либо не шел. Ты только возрадуешься, что он кончился, и все. Капец. Короче, сейчас сплю еще. Ну что, мы тут кушаем, а Мишка побежал рыбу ловить. Сейчас вам покажем, что он там наловил, если наловит что-то. А мы собираемся. Еще 2 часа, и мы поедем даже. Наверх. Так, ну вот, ребят, я сходил за мешком. За пассатижами, которыми я буду доставать крючок. И за зевником. Надо отцепить щуку. Вот здесь у меня щучий окуневый аквариум. Сейчас будем доставать. Что там у нее? Что там у нее? Ага. Давай, давай. Беги по колее. Так. Так, иди сюда. Иди-ка ты сюда. Иди-ка ты сюда. Так, 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 так. Так, 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 так. Ах ты ж, блин. Такая зараза. Ага, все, есть. Все-таки долбанул, зараза, а. Надо быть аккуратней. Надо быть аккуратней. Так, ладно. Где там, что там у тебя? Крючочек. Крючочек, крючочек. Крючочек. Тихо, 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 тихо. Вот и все. Вот и все. Какая уловистая штука. Крючок, крючок, крючок. Немного, конечно, разогнулся на час его. На место согнуть. Вот так сюда. Ну, все, нормально. Так, ну что, уже. Пойдем дальше, попробуем еще пару раз забросить. Такие забросы будут, в принципе, у нас все, найду уже есть. И, ну, может быть, еще одну щучку поймаю, если клюнет, и все, на этом остановимся. Что, найду есть, больше нам не надо. Так. Опа, есть. Есть, есть, ребята, есть. Что-то хорошее такое есть. Что-то хорошее такое есть. Только где оно? Там в кусты бы только не ушло. В кусты бы только не убежало. Так, что у нас там такое? Ух ты! Вот это окуняра. Вот это, ребята, окуняра. Но дальше без комментариев все. Дальше все, ребят, без комментариев. Вот это монстр. Вот это монстрило. Вот это монстрило. Ребят, я поймал еще одного окуня, но, к сожалению, камеру не было времени включить. Он практически у берега у меня схватил. Так, 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 тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Какие окушки здесь мерные. Такого окуня поймать в наших краях — это целое событие. Тут это, видимо, такая достаточно рядовая рыбалка. Ну что ж, это не то, что не радует, это прям до небес подымает от счастья. Так, ладно, сейчас мы еще раз попробуем. Окуней съесть можно очень много, они очень вкусные, особенно когда большие. О, была поклевка. О, был удар. Нет, есть. Ах ты.
Эх, ребята, откусили у нас хвосты от нашей наживки. Попробуем так. Кто это у нас там такой? Щупарик, походу. Походу щупарик, ребята. Да, щупарик. Щупарик. И щупарик у нас достаточно бодрый попался. Сейчас. Так, все, вот она. Ну все, достаточно. Достаточно рыбы, больше ловить не будем. На еду наловили. Три окуня, три щуки. Я думаю, что более чем. Хотя, может, одну выпустим. Вот эту маленькую совсем. Да, маленькая щучка. Пускай гуляет. Вот такая щучка, ребят. Вот такая щучка. Это маленькая щука, что ее тут. Мы ее выпустим. Пускай бежит. Итак, ребятки, вот буквально наш сегодняшний, наверное, будет обед. 20 минут делов. С ума сойти можно. Ребята, добытчик дня Михаил Юрьевич. Ай-яй-яй, Михаил Юрьевич, молодец. Столько рыбы поймал нам. Две щуки. Давайте погладим Михаил Юрьевич. Самые вкуснябельные две щуки и жирный окунь. Ну, окуней надо десяточек, мы их закоптим тогда. Все, ребятки, засиделись, мы надо собираться и ехать. Потому как у нас сегодня будет огромное озеро, где водится не только щука-окунь, но еще и сик, форель и хариус. База была, лагерь. На ночевку мы вставали. Стояли, спали. От дождика прятались, дождик сутки лил. Вон там озеро, где Мишка поймал щук. Мы бы все поймали, если бы все ловили. Но у нас цель не щуки. Наша цель сик, хариус. Это мы так на жарешку словили, чтобы были. Да, ребятки, в этом походе нас реально спасает термоцел. Термоцел включаешь, комара нету. Выключаешь, он нас начинает кушать. Все, мы собрались. Сейчас там последние телодвижения происходят и будем выходить. Сегодня нам надо проехать 26-30 километров где-то. Половина пути этого без дорог вообще будем проходить. Поэтому будет интересно. Посмотрим, что у нас получится. Сегодня у нас отличился по рыбалке. Всех победил, потому что никто не ловил больше. Лужа такая, что не поймать было невозможно. Вот она. Раздол вышел. Сейчас будем плавать.
тундра ровная, как стол. На столе морожка. Да, а под столом торф. Подкачиваться время от времени. Конечно, чуть-чуть подтравливает, но ехать можно. Сейчас мы вам видео 360 поставим. Так что кто хочет, может потом посмотреть, по каким мы местам едем. Так, ребятки, по болоту идем. Дожди, все смывает воду, поэтому она чуть-чуть мутноватая. Но по нашим меркам она просто кристальная. Ох, ребята, рыбки здесь должно быть. Наберем сейчас чистенькой водички на чай, на апрель, на май. Наши собачки побежали. Радостные. На камушек добрался, говори. Да, говори, мушку. Ну вот, ребят, хорошая дорога началась. Надеюсь, мы быстро сейчас приедем и успеем половить. Перепрыгиваем, и мы выходим опять. Или вот через лесок есть дорога слева от речки.
Стой, провод. Ехали. А тут вот такое жилище. Смотри, тут какое-то. Дворец. Да. Главное, красиво вот. Домик рыбацкий, видел какой? Да. На снегоходе таскают его. Надо поднять эти провода. Это палкой закончить. Вон. Вот палкой, да, поднимает. Давай, потихоньку. Давай. Сейчас я проеду. Так вот, ребята, встретили такой комплекс целый, с триколором, со всеми делами. Кто-то себе привез балок такой. Леса здесь нет, строить нечего. Лодка лежит. О, ребят, лодка лежит. Это очень серьезно, там очень много рыбы. На том озере мы не были, не пробовали, там вон озере было, да. А утром мы стояли на здесь озере. Да, здесь озеро было. Давно уже не видели волчьих экскрементов. Видимо, они тут боятся какать. Или по секретному как-то какают. Закапывать, наверное. Заберись сама немножко. И тут муравейник на болоте. Ничего не тут делать. Хорошо собирают. Тут же вода. Потому что мы идем сильно накачиваем. Что-то нам хватило одного раза. А больше не хотим. Делаются фотки для инстаграма нашего, в них попадает то, что нету видео там, допустим, какие-то еще моменты, так что обязательно подписывайтесь, у кого есть инстаграм, подписывайтесь на наш инстаграм, там же опять видео, которые мы делаем в дороге, фотки выкладываем интересные, то, что не попадает на канал на ютубе. Рыбная. Да.
Хорошая речка. Хороша речуха. Ребят, снимаю вам лебедя, покажу. Ребятки, сейчас идем к перекатику, попробуем хариуса половить. Ну что, ребят, пробуем хариуска поймать тут на перекатке. Пока не очень-то хариусы хотят нам ловиться. Палочка у нас микадо, блэкстоун. Оп. Нет, зацепчик за что-то был.
лайтовая. Тест 4.18. Ну вот, щука брала. Не знаю, записал я это, не записал видео. Только что щука на перекате шлепнула. Так-то видишь, у всех разные блесны. Пустой, ребятки, перекат. Одну рыбу я поймал, и все. Ну и то только потому, что я рубака офигенный. Как бы с голоду бы не умерли, конечно, подрались бы за мою щуку. Потому что в ней мясного веса грамм 200 было. Великолепная у нас есть шурпа. А, у нас великолепная шурпа есть, да? Вот такая, ребят, живописнейшая речуха. Не знаю название. Их тут 100-500 миллионов. Но нам ничего не клюнуло. Не захотелось клюваться. Да, Мишка? Это не значит, что мы плохие рыбаки. Да. Это значит, здесь нет рыбы. Так, ребят, переплываем эту речку и пойдем дальше. Сейчас до уруса напугаем местную рыбу. Так, ребята, мы купаемся. Гоняемся шире. Пошли каменистый лес, камни крупные в лесу, решили их по озерцу обойти. Ну вот еще одно болотце, 100-500 миллионное по счету. Все, ребят, осталось километра 3-4, и мы будем на базе.
все копаешь. Краешком надо. Мы сейчас по кочкам объедем и это сам подъедем за вами. Красавчики! Как ощущение? Местные называют это тайгой. Ну что, ребята, мы добрались все-таки до базы, в конце концов. Ехали долго, но весело. Господа, ну вот, мы добрались до базы, и нас очень гостеприимно встретили. Элитный алкоголь. У нас алкоголя нет на канале. А, нет у нас, да? Мы не рекламируем. Это у нас брусничный сироп. Зря. Надо рекламировать. Не надо, нас дети смотрят. Интернет это не запрещает. Нас смотрят дети. Все, камера отлично. Все, ребята, мы побыли на базе, пообедали, поужинали, как это назвать, не знаю. Сейчас поедем половим рыбу. Окунь, щучка, хариус и сига попробовал половить. Ребят, попробуем спуститься здесь. Да. Такие, ребята, такси здесь летают на эту базу. Они продукты сбрасывали. Да, тут на базе сейчас итальянцы отдыхают. И им забыли положить кофе. Кофе. Вот кофе им положили сейчас. Брависсимо. Перфекто. Кофе. Так, ребятки, Мишаня занялся заправкой вездехода, потому как мы поехали плавать и не заправили. Не дай бог мы обсохнем на воде, будет грустно. В воде мы его еще ни разу, слава богу, не. Да. Ребят, смотрите, вода какая прозрачная. Так, пока Мишаня заправляется, я покидаю с берега, может, что и накидаю.
Есть! Хорошо! Кто же это у нас там? Так, 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 так. Акушок хорошенький. Ай, ушел. Ушел, ребята. Ну. Опа. Есть, ребята. Есть акушок. Опа, хорошо. Ха-ха-ха. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ух ты. Ух ты, красавчик. Давай сюда иди. Вот такой вот. Вот такой вот красавчик нам клюнул, ребята. О, посмотрите. Палочка у нас микада. Лайтовая. Вот на такой вот блесенку взял. Ну, мне кажется, здесь можно ложки не кидать. И они будут ловиться. На лайтовую палочку таких приятно вытаскивать. Спору нет. Нам удилище и снасти предоставил интернет-магазин Fishing Shop Pro. Fishing Shop Pro. У вас ссылочка будет в описании. И для наших подписчиков скидочка 5% по промокоду Герасим Шерп. Такая очень хорошая палка. Приятно ловить. Чувствую все, дно. Опа, рыбка сейчас бежала за... Акушок бежал за блесенкой, но почему-то не атаковал. Ну, сейчас разберемся, почему. Может быть, сменим наживочку. Опа! Эх, был удар, ребят, но, к сожалению, не удалось зафиксировать поклевку эту. Опа! О! Вот это что-то! О-хо-хо-хо! Ничего себе, вот это я поймал, ребят. Посмотрите, какого крокодила достал. Вау! Один пока! Вот так вот палочка прекрасно работает, прекрасно. Ходил, ребят, поменял флешку и заодно забрал мешок для рыбы у Михи. Чутка перейду в другое место. Подальше там ручей впадает. Мне кажется, что там мордаста будет ловить рыбку. Давайте посмотрим, можно ли здесь перебраться через этот ручей. Если можно, то вот перейду туда, вот на тот мысок. Там такая коряга перспективная лежит в воде. Так, ну что я могу сказать? Да, можно перебраться здесь достаточно спокойно. Что я сейчас и сделаю. Как говорится, своя ноша не тянет, рыбу на плечо. Ящик со снастями в руку и поперли. Преодолевать ручей. Не навернуться бы. Я понимаю, что кадры прикольные будут. Но все же не хотелось бы. О, глубокий. Ручеек глубокий. Все, перешел. Фу. Комара здесь тучи просто, ребят. Спасаемся термоцелом только. Мошка вроде тоже не трогает. Гнуса много. Он так лезет, но не кусается. Все, ребят. Собираемся на базу. Мы так доехали, разведали, посмотрели, что здесь происходит. И завтра раненько поднимемся и пойдем на рыбалку. Ну, Мишаня. Итого у нас один окунь. Что-то перестало клевать, вообще как отрубило. Завтра нам покажут места, где здесь можно будет половить, поспиннинговать. Вот, и там уже будем думать, как нам быть. Где кого, чем ловить.
Ребятки, мы после баньки сходили в баньку, замечательно, помылись, отшкрябали грязь трехдневную. Сидим довольны, и кушаем. Сейчас кушаем как раз вот ту щуку, которую поймал сегодня Мишка у нас, герой дня. Ландыш тебе в карман. Очень вкусно. Я запомню это. Да, очень вкусно. Вот. В общем, находимся на рыболовной базе, кайфуем и будем завтра ловить рыбу. Короче, база находится вот Кольский, да? Вот чуть ниже поясницы. И вот самая дырка, вот эта вот база, короче. Туда никто добраться не может. Сюда все забрасывается только вертолетами. Ну и на шерпах можно доехать. Так что вот так вот, ребят. Так что я даже вам не буду говорить, где это нафиг не нужно, потому что никто сюда не доберется все равно. Ну что ж, ребят, сегодня был замечательный день. Была поймана нереальное количество рыбы за нереальное короткое время. Пройдено, ну, не так много километров, но это были, наверное, одни из самых, самые живописные километры, которые мы прошли на этом вездеходе. Были болота, были засады, посидели, покопали грязь. Вот. Речки красивые, места, конечно. Места просто рыдать и орать охота от счастья. Потому что вот уже хочется сюда еще раз приехать, отсюда не уезжав. Вот. Но сейчас организм требует сна. Просто невозможно с этим бороться. Василий, скажи тоже что-нибудь. Герасим Васильевич уже не в состоянии что-нибудь говорить, поэтому всем спокойной ночи. Короче, мы напарились, нажарились, в баню сходили, съели щуку, которую Мишка поймал, зажарили ее. Здорово. Запытали фишмена, это главный здесь кто по рыбалке. Он нам сдал все места, где надо ловить рыбу. Завтра мы по этим местам пойдем. Главное, чтобы погода не подвела. Дует восток. При востоке говорят, что здесь, ну, рыбалки нуль. Посмотрим. Правильная рыба северная, она раньше 11 не просыпается. Так что мы тоже проснемся где-то часов в 10. И... в 11 выйдем уже, будем на воде, наверное, скорее всего. Нет, нет, тогда проснемся мы в 9, чтобы нам к 11 на воде быть. И уезжаем на целый день на рыбалку. Вот. Короче, будет лютая автономка. Будем завтра, короче, сами все увидите, что завтра будет. Смотрите следующую серию. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.